я обратила внимание на одну из поправок. Это поправка статью 69, которая гарантирует права коренным малочисленным народам Российской Федерации. Данная статья расширена. В нее добавляется новое понятие «этническое и языковое многообразие». Данная поправка, она устанавливает гарантию и защиту не только для коренных малочисленных народов, но и вообще для всех этнических общностей, которые, и народов, которые проживают на территории Российской Федерации. То есть теперь Конституция гарантирует сохранение этнической самобытности всех народов, которые проживают на территории. Кроме того, данная поправка расширяет еще и свои гарантии на наших соотечественников, которые проживают за рубежом.